23 мая в Бельцах состоялся второй этап чемпионата Молдовы по драг-рейсингу. Многие ждали с нетерпением этот день, так как было много разговоров об участниках и их автомобилях, ведь многие из них не успели подготовиться должным образом к первому этапу. Да и все помнят, что на открытии погода не позволила всем пилотам на полную раскрутить свои моторы и показать все, на что способны их драг-мобили. Однако за неделю до начала драг-битвы у болельщиков и участников начали складываться впечатления о том, что второй этап может быть сходным с первым, так как прогноз погоды был неутешителен. Синоптики обещали проливные дожди, но в этот раз погода все-таки решила уступить организаторам и не пошла на поводу метеослужб, хотя в течение дня все-таки были намеки на грозовые дожди. Также интерес к этому мероприятию подогревался еще и тем, что к нам в республику на второй этап должны были приехать гости из соседних государств. Однако еще до начала квалификационных заездов мы не увидели то количество гостей, которое ожидалось. Должны были приехать больше гостей из Румынии, но после того, как я был на первом этапе чемпионата Румынии в город Тулча, они чуточку испугались, когда я им сказал, что у нас практически все машины такие. Поэтому приехали непосредственно сами организаторы чемпионата Румынии. И да, реально они посмотрели, что у нас в Молдове очень намного выше драг-рейсинг, чем в Румынии. Однако многих интересовал больше приезд украинских пилотов. И это не секрет, что еще с прошлого года именно у киевской команды появились поклонники в Молдове. И киевляне сдержали свое слово, привезя в Бельцы свое грозное оружие. Чуть позже мы вернемся к этому автомобилю, а сейчас по традиции перейдем к заездам автомобилей класса драг с передним приводом. Тут с большим нетерпением многие ждали появления на старте несколько турбированных машин, таких как Volkswagen Golf, Honda CRX под управлением Атаманенко Александра и Opel Corsa из Тирасполя. Последние два автомобиля строились в межсезонье, и всем было интересно, смогут ли они составить достойную конкуренцию турбогольфу. Однако в этот день в предстартовой зоне мы увидели, что Атаманенко приехал на другом атмосферном автомобиле. Он был не единственный, кто 23 числа преподнес сюрпризы для своих болельщиков. Лично для меня я ожидал рекорд от турбогольфа, от Сережи. К сожалению, у него были какие-то проблемы с клапанами, он сошел сразу после квалификации. Еще я ждал рекорды от турбокорсы приднестровской, которую мы знаем с прошлого года, Ярослава. Она в прошлом году была атмосферная, в этом году она стала турбированной, но, к сожалению, он тоже поломался, тоже сразу после квалификации. Забегая немного вперед, скажем, что второй этап стал самым массовым по количеству сходов соревнований автомобилей по причине поломок, в результате чего возникало много технических пауз. Но несмотря на это, было поставлено и много рекордов по прохождению трассы длиною в 402 метра. Самые крупные паузы были связаны с тем, что очень много было поломок на этом этапе, поэтому каждый участник, который ломался, просил 5 минут. Потом участники не успевали ремонтироваться, они просили у своих конкурентов, оппонентов еще взять 5 минут. И как бы все помогали друг другу, брали по 5 минут, и поэтому было очень много технических пауз, потому что поломалось около 6 участников, 6 машин поломалось и выбыло. Поэтому были паузы, были небольшие вопросы с работой телеметрии, но как бы все планово. Но обо всем по порядку. Итак, первыми на старт выехали следующие автомобили, такие как Лянча Дедра, две Хонды Сивик и Опель Корса под управлением Станчева Юрия из Бендер. Кстати, именно этот автомобиль называли темной лошадкой. И как показали заезды, в этот день многие оказались правы по поводу своих предсказаний. И в решающей битве за первое место на старт выехали кишиневская Хонда Сивик и бендерский Опель Корса. We'll be right back.
результате по местам сложилась следующая картина. Третье место занял Трибусян Евгений, второе – Атаманенко Александр. И первое место занял Станчев Юрий, показав рекордное время 12.99. Дальше все зрители уже по сложившейся традиции ожидали увидеть выезд автомобилей класса «Драк» с задним приводом. Однако все произошло иначе. После небольшой паузы в предстартовую зону начали выезжать автомобили полного привода. Причиной рокировки между классами послужили как технические моменты, так и появление еще одного украинского гостя из Одессы на довольно-таки редком автомобиле. Это Toyota Truena, она же называется Toyota Sprinter, она же Toyota Hachiroku. На самом деле считается легендарный автомобиль для дрифта. Очень во всем мире сейчас большой ажиотаж на эти машины, несмотря на то, что они выпускались примерно 86-88 год. Так как этот автомобиль принадлежит человеку, который больше любит драг, она была полностью переделана под драг. В ней была расшита база колесная, мотор там стоит от Supra 2GZ. И в прошлом году Виктор Сара, хозяин, сделал очень интересное техническое решение. Он сделал компрессорно-турбированный мотор. То есть на низких оборотах у него работает компрессор, на высоких оборотах компрессор перестает работать, работает турбина, что позволяет ему раздуваться и делать как бы очень хорошие результаты показывать. Однако он не смог показать того времени, которое бы ему позволило принять участие в классе с задним приводом. Но он показал 11.8, но я верю, что он может быстрее. Просто получилось так, что он только приехал, уже у нас квалификация кончилась, и мы дали ему возможность проехать квалификацию уже после заезда в переднего привода. И поэтому я думаю, что если бы у него было больше времени подготовиться, подстроиться по трассу, то был бы очень хороший результат. Он бы проехал бы низкие 11. Затем начались заезды полного привода. Тут явным фаворитом стал Гетлан Геннадий на Audi. Вообще, что касается данного автомобиля, то тут от этапа к этапу Геннадий постепенно наращивает мускулы и с каждым разом едет все увереннее. И в его адрес уже звучат довольно-таки оптимистичные прогнозы. Должна поехать Audi Гетлана Геннадия в разы лучше, потому что очень виден прогресс, очень много есть недоработок, с которыми он борется каждый этап. И видно, что он шагает хорошими шагами к выходу из 11 секунд. Также в этот день на старте появилась черная Subaru, многим известная по прошлым сезонам под управлением Игоря Врабия. И черная Subaru наконец-то выстрелила. 10.5. Все-таки это тоже очень серьезное время.